решения для каких-то там переговорных кабинетов, возможно, для образовательных учреждений. Это камера с режимом privacy. В чем он заключается? Нажав внешнюю кнопку или дав внешнюю команду, мы можем, не отключая камеру, перевернуть как бы объектив и закрыв его как будто такой шторкой. В чем смысл? Смысл в том, что, во-первых, мы это делаем, не отключая, ну, мы ее отключаем и включаем, не делая перезагрузку камеры. То есть это все происходит достаточно быстро. И второй момент. Человек, который находится в помещении, он своими глазами видит, что камера действительно отключена и на него не смотрит, потому что она физически перевернулась и там из объектива стала просто пластмассовая заглушка. При каких-то там закрытых переговорах, допустим, есть у нас переговорное помещение, какой-то митинг-рум, и нам нужно записывать там переговор с одними клиентами, но ни в коем случае там не записывать с другими. Не применяя каких-то дополнительного оборудования, просто в режим privacy переводим, и можно спокойно работать, главное, чтобы человек не будет нервничать.